Tranquila, seca esas lágrimas. Estoy seguro que ustedes regresarán. Plankton solo necesita un poco de tiempo para entender cuánto te necesita. Ustedes fueron hechos el uno para el otro. Digo, tú fuiste hecha para él y más específicamente por él. Y ahora él ha construido a alguien con rasgos más... Привет, я хочу рассказать, как я проходил терапию в первый раз. Начнем с глаза Ктулху. Держа в руке пальмовый листочек, начинается драка в половине ночи. Я живу, пока у него не появляются клыки, иногда подыхаю. Теперь у нас кто? Это пожиратель миров. Я строю ту же арену из палок с ограждениями в этот раз, чтобы никто мне не помешал. И достаю из своего заднего кармана на мячик и начинаю пилить его. Получается, что я выигрываю. Не знаю как, я выигрываю. Теперь у нас королева пчел. И тут без слов. Я ломаю личинку, ломаю. И понимаю, что я не взял в бой ни одну хилку. И получается, я проиграл. Да, легко проиграть, это не значит, что легко выиграть.